Гражданин Египта утонул в это воскресенье вблизи пляжа Новосельский в необорудованном месте. Спасатели пытались вернуть его к жизни, но не получилось. Чуть не закончилось бедой купание девочек 12-13 лет. Они отдыхали на пляже без присмотра взрослых. О безопасности на воде говорили на еженедельной планерке в городской администрации. Обсудили и другие вопросы. Одной из главных тем стала реализация проекта «Безопасные качественные дороги». Заменить более 18 километров асфальтобетонного покрытия, реконструировать 1,5 километра дорог, построить сеть наружного освещения на 3 участках дорог, капитально отремонтировать Сугутский мост. Планы на этот год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделено 984,5 миллиона рублей. За 2 года, с 17 по 18 год, в рамках мероприятия этого проекта в городе отремонтировано 62 дороги на общей протяженности 65,4 километра. В 2019 году город Чебоксары продолжит участие в новом национальном проекте «Безопасные качественные автомобильные дороги». В текущем году по условиям нацпроекта разрешается включить в состав работ объекты капитального строительства, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки. По 4 объектам завершены аукционы. Известные исполнители. Сроки окончания работ преимущественно 15 июля. Крупные объекты будут отремонтированы поэтапно до 2020 года. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев. Республика.